14 марта все брачане напрямую смогут обратиться в Роспотребнадзор со своими жалобами. Традиционная горячая линия пройдет накануне Всемирного дня защиты прав потребителей. Специалисты выслушают и помогут брачанам с их проблемами в данной сфере. В основном жители обращаются по вопросам, возникающим с покупкой бытовой техники, сделками в банковской сфере и в последнее время участившимися проблемами отмены мобильного рабства. Все жители города Братска и Братского района могут обращаться в Роспотребнадзор, Муханова 20, 14 кабинет, либо по телефону, где будут даны консультации в сфере защиты прав потребителей и оказана помощь в соответствии решений вопросов, которые будут затронуты потребителем. Чтобы рассказать о своей проблеме, 14 марта брачане должны будут позвонить по телефону, который указан сейчас на экране. А все желающие также смогут попасть на личный прием к специалисту с часа до трех.